Давай мы выиграли, да? Живем подальше. Хитрый, ой, хитрый. Ну мы здесь и начнем. Спасибо. Хитрый, ты это знаешь? Я дети маленькие, понял? Всех времен! Thank you.
Павлу не такой все книги.
Thank you.
Я лишь, я не кричу тебе, но ты можешь руководить. Да, может быть, надо сказать, потому что я слышу, боюсь вернуться, да. Как бы не чувствую, что совсем уже вал, прилетел уже в забор. Да, я подумала, что тоже. Очень косой мячик. Я сам виноват, не подстал, сказал довольно. Так, ну ничего, ладно. Ничего, сейчас не покажу. Ну давай, надо как бы, да, немножко повнимательнее. Сейчас я подумаю.
это разминочный. Сейчас вы возьметесь? Раз, делайте, да. Это разминочный. Оказался неудобный мяч. Она тоже хорошая.
оставь ее. Оставьте их волейбола. Мне вот эти двести удобнее. Какой счет? 0-2. А? 0-2. А, так, а вы подаете, Юра подает. А где я? Юра, ты подаешь. Юра. Ты подаешь. Это Рита подавала. Сейчас, да. Рита подавала. Потом моя Рита подавала. Два один.
Стрягин, да? Мы переходили. Стрягин. А мы можем переходить. Стрягин. Ну, теперь к дудке. Да, мы так вот запутали. Все правильно. Ну, два подряд проиграли, ребята. 4-1. Сейчас
Да, молодцы. Так, в определение попало. Да.
Сейчас, секунду. Не могу. Счет по 30. Счет по 30. Нет. Счет по 30. Два и выиграл.
давай пока. Давай. Ты бы это сделал хоть в первом сете, я бы хоть, может, как-то...
получается, здесь уже шансов нет. А Женя, ну видишь, с игроком такого класса, я вообще не играю. А, на середине я бывает иногда, ну может раз в полгода. Раз в полгода я играю против Сергея. Даже против него не то, что легче, но как-то понятнее. Ну да, но он все-таки более правильный на движении, поэтому он более читаемый. Вот эти движения Жениные, непонятно, куда летит мяч вообще. Потом он, знаешь, ну, он там... Он не так мобильный. Он не делает все-таки так. Поэтому там что-то более спокойно. Ну, купи-ка посмотри. Хорошо. А потом где-то не трогай такого. Или ты прям не умеешь брать? Оп, смотри. Кубатян. А. Это тот редкий случай, когда... Да. Ты отвезешь на машине! Да, на своей обычно нет, ты! Ну молодцы! Особенно, да, вот эти удары слева, конечно. Не, у него, да. Получается, нет слабых мест вообще. Подача? Нет, ну я, кстати, удивился. Подача у меня вот в ту сторону, получается. Я немножко смотрел, сидел там, смотрел, значит, как вы играли пару. Ну так, думаю, посмотри. Слета не увидел ни разу, как бы сюда. Слет, она... Единственное, что мне не понятно, почему вы стоите, когда я поднимаю. Да. Толку никакого, но все-таки она с лету не играет. Она не как, что, мы-то сейчас видели, как с лету. Из-под сетки какие мячиковые. Отвечай. Врет. Лет очень немножко странно. Она не забивает, у нее нет забивающего удара с лета. Понимаешь, она может сыграть? Забивающего не надо. Ну, как бы получается вот так, вот если вы стоите, да, я играю с тобой. Держу как бы там диагональ, да, и чуть потом. Нет, просто а Маргарита, я стою а плюс. Здесь я все-таки начинаю переводить сюда, а против вас мне лучше назад не тоже стало перейти, не боюсь. Ну, тут тебе тяжело, за тобой. Ты один играешь с троим, да? Причем она играет очень. Она не знала, год назад, поэтому что мы здесь играли. Вот. Да. Как-то мы этих обыграли вчера. Кого? Молчанова и... Мишкина. Она цепка его, Оля. Она такая, ты обсуждала. Причем у меня играет некрасиво. Вот такая она. Она откуда-то вот отсюда выгребает. Володя, Володя не было. Жень, вот эти удары, нет, вообще по-разному. По-любому. Подачи у Володи у нас особо не такой. Он там, он видит, справа так складывает, но чуть-чуть он не выбивает, и нам показал, что это такое. Ну, по-моему, ты был как у нас, типа абсолютно тяжелый. Это 55 А я в баре
Это из уважения. Я один раз мы выиграли действительно почаще. Да, почаще. Я к тому, что в паре ты это... Я вообще не знала, как играла. Я вообще не понимаю. Так, а мне на продаже теперь только пару игр. Ну, где-то? Нет. Ну, 15. Ну, что провел? 15 лет. А кого провел? Всегда переучиваю. А, пару? Сейчас опять пару, переучиваю, да, поэтому всегда. У меня справа. Так, ничего не надо ждать. Водичка чья? Моя. Мало выпила воды. Ну, за это заиграли. Вот причина. Вот причина нашего. Нет, ну, он уже с Марией столкнулся. А ты на чем приехал? Я приехал на Саша. Ну ничего, слушай, мы даже взяли довольно много денег. Если это утешение было. Нет, может. Я почему-то думала, что мы с тобой были такие. Ну ладно, мы с тобой не занимались. Мы с тобой не играем практически так. Чужие. Мы там родних приспособились, других приспособились. Мишка со мной не играет. Одиночки? Вы играли? Одиночки? Юра, а ты не знаешь? Мы подготовимся к такой паре. В этом году какие-то призовые есть? В паре нет, в паре нет? Подожди. Ну, в паре нет. Мы там играли Черненко. Черненко. Черненко с Глазовым играли. Не случайно. Там 20 тысяч. Так. 45. Там не стоили пары, какие-то призовые. 15. 55 ты играешь пары? Да. Там 10 тысяч. Вот я сейчас помню. Ну, не двое. А за вторую? За микс? А за вторую? А за микс? Замечательно, ну только за один. Значит, надо выигрывать. Нет, девушки из Воронежа. Она заняла вторую место, которую мы сняли. Одиночки. Одиночки. Одиночки все получают. Да. Все там как бы в проценте, 3 за третье место даже. Сбивайся.